Я не видел. Его там кто-то номинировал. А я завтра буду звонить Кириллу по поводу волынки-то. Уже месяц прошел, я вчера звонил, он сказал, звонить в четверг, точно скажет, пришло какие-то или нет. Да, и сам нанюхаюсь тоже. А если в помещении? Ну там все равно сразу не будет, все равно почувствую. Ты можешь смягчить это все, но почувствуешь ты точно. Приятного аппетита, дедуля. Кто-то молоком там показывает. Тоже нет.
тебе кто-то пшикнул, что ли, да? Есть на ютубе канал, там два парня снимают такие экстремальные вещи. И там прям несколько видов этих баллонов, они прям один стоит чуть-чуть по другому. Да, я смотрел, там типа выжидают время, что больше там по ощущениям помогает, ну, в плане защиты. Да, я один раз в метро ехал, кто-то козёл пшикнул, а там, видимо, с перцем, с каким-то, мне это все попало в горло, то есть осело прям. Я задыхался, ну, минут 20 точно. Там такая, знаешь, кошечная каша, которая не может вздохнуть прям.